Короче, почему у меня во дворе нет ЛПшек? А мне только в школе. Так вот почему. У меня просто все ЛПшки меня предали. Поэтому дружить мне просто не с кем. И у меня нет ЛП по моему вкусу. Какая-то ЛП не хочет, типа, снимать фильмы. У меня нет лучшей подруги во дворе. У меня вообще их там нет. Да, это правда. Во дворе у меня не подруги. Они у меня были, но они меня предали. Раз они меня предали, они больше не подруги. У меня уже 4 подруги меня предали. Я не знаю, дружить с ними. Ну какой уже, я все равно с ними не дружу. У меня во дворе не ЛП. Не ЛП никого. Кто убрать? У меня просто нет. Я всегда, поэтому я не гуляю на улице. Да, во дворе. Такого тока гулять, если со мной никто не будет дружить. ЛП нету такого вкуса, как у меня. Во дворе только в школе. Поэтому я ненавижу каникулы. Мне скучно на них и нечего делать. Потому что ЛП у меня нет. Ну и с кем мне дружить, когда... Все не такой вкус, как у меня. Кто такой? Мне нужна такая ЛП, которая будет вкус, как у меня. Интерес. Расскажи случай, как мне придал ЛП. Который, наверное, уже не ЛП, он во дворе. Так вот, я подружилась с какой-то девочкой, мы дружили, наверное, 2 дня. Либо больше. Потом я пошла на улицу, чтобы погулять. И я увидела ее. Поздоровалась, но она уже дружила с другой подругой. Она сказала, мне просто отстань, то, что мы с тобой больше не подруги. И это не один случай. Расскажу все случаи с ЛП, с подругами, которые больше не подруги. Скажу, я буду те, которые помню. Так вот. Была еще с подругой одной. Короче, у нее еще были подруга. Я просто вышла, она тоже гуляла с моей подругой. Которая живет не так дальше от моего типа дома и двора. Но это не важно. Потому что суть истории не в этом. Так вот. Мы один раз решили... Эта история про сразу два предательства. Мы решили выйти с моими подружками. Ну, вообще... Буду говорить ЛП, потому что они были тогда ЛП. И погулять. Короче, гуляли мы там недолго. Потом, я не помню, либо меня мама позвала, либо я сама пошла домой. Так вот, и они просто попрощались. Мы просто попрощались, как бы, и что-то такого. Потом я тогда снималась в лайке. Как бы снималась, но это у меня был лайк, но я не выпускала видео. Так вот. Я пришла домой, захожу в лайк и вижу видео, снято прямо только что. И, ну, то есть 5 минут назад, когда я ушла. И я вижу то, что Дана с Дашей как бы дома. Как бы это было. И это не одно предательство. Расскажу еще предала, как мне только дашь. Я ее, конечно же, не обвинила в предательстве, потому что я могу ставить данность. Что ЛП, она просто старше, и она может себя заставлять. Типа на какие-то уговорки, либо так далее. Так суть не в этом.
Скажу предательство от Даши. Она, конечно, старше меня на один день. Блин, на год, потому что все. Так вот, я тогда ходила на теннис. А потом расскажу, почему я оттуда ушла, в следующем видео. Так вот. Так, я тогда пошла на теннис и ушла с танцев. Потом я ходила на танцы. И Даша пошла со мной. Типа. Я была рада, но я рано радовалась. На следующей тренировке она взяла ракетку, как у меня. Но это же ничего не означает. Да. Потом она начала дружить с Настей. Она меня начала бесить очень сильно. Потом она перестала мне обращать внимание. И она мне просто ничего не писала. И это не одно предательство. И расскажу, почему я сошла из тенниса. Во следующем видео.